Они увидят, что жили, они заботились. Пусть подумают, не просто жить надо для себя, и кроме нуждающихся у нас. Я даже вчера хотел родить, подали, что они стали париться, уставшие были. А так-то мы можем. Вот это же отплатило, конечно. Как будто тут и живете. Вы не будете так огромно скучать. Идем. Так. Слушайте внимательно только. Заходите. Начал. Может, все-таки колонки, может, пожертвуете на один фильм-то? Никита ставить может, постановить. Но он ее потом ставит, я не могу завести утром. Я мучаюсь. Mm-hmm. Что-то задевает или еще. Если бы только колонка речь шла, пусть ставит. Никита, ну чтоб нигде пальцем еще не задевать. Я утром не могу в интернет войти. А то у нас было, он брал, и я перестал давать. Поставь. Иди. Ну только посмотри там рядом. И очень аккуратно. Хорошо. Мне главное, это в интернет выходить. Лиза, самая тихая и послушная. Эсфирь — это книга библейская. Не забыл, когда будем. Смотрите, запоминайте. Потом почитайте в Библии книгу Эсфирь. Ротвейлер. Это вот у меня столы опрокинуты. А под них подставки. С одной стороны 10 человек, с другой. Вот туда поворачивайте.